Добрый день, дорогие друзья, компания Motolife приветствует вас. Данное видео посвящается свободному мотоциклу. Перед вами Ventura Rockstar. Последние цифры 1490. Мотоцикл к нам пошел с Америки. В принципе, довольно-таки хорошее состояние. По хрому есть небольшие недочетики со временем, поспучивался, но в основном все родное, все целое. В родном, так сказать, исполнении. Люстра оригинальная, прозрачные стеклышки на поворотниках, фара целая, козырьки. Здесь все родное, все замечательно. Хром, в принципе, в хорошем состоянии. Все значки, шильдики, покрышка. Остаток еще неплохой, но, к сожалению, начала репаться. Тормозной диск. Теперь ровный износ. Реборда особо не чувствуем. С одной, со второй стороны. Радиатор сотый. Все целые, нигде не пробитый. Здесь пластик у нас целый. Дуги без потертости практически с этой стороны. С этой стороны также весь пластик целый. Дуга без потертости, планшетки. Лапка тормозная целая, по хрому вот здесь есть недочетики. Здесь все, в принципе, в хорошем состоянии. Бак без вмятин с этой стороны. Рычаги целые, на грифтах немножко хром спучился. Пульты целые все, все замечательно. Родная система аудио с кассетой, с ауксом. Приборка все оригинальная. Пульт от аудиосистемы. Сидушки в оригинальном исполнении, не перешивались, в хорошем состоянии. Пассажирские планшетки также все целое, резиновое покрытие в хорошем состоянии. Стандартная выхлопная система, кофры в оригинале все немного подвыцвели, но все целенькие, ровненькие, все хорошо. Антенна присутствует. Задние поворотники, стоп-сигнал целый, также козырьки, прозрачные стекла, задняя покрышка без репок, на твердую четверку. С этой стороны на кофре есть вот такой небольшой недочетик по лакокрасочному покрытию. Вот так весь кофр сам целый. Отсутствует здесь катафот. Планшетки пассажиры все целые. Хром по двигателю здесь в хорошем состоянии. На клапанных крышках здесь немного подспучился. На сидушке есть небольшой недочетик. Бак без вмятин, весь ровный. Лапки переключения скоростей, все целое, планшетки целые. Ну так, запустим ее. Ну да. Мотоцикл ищет легко. Более подробную информацию по нему можете узнавать у наших менеджеров.